Женя, ты по ске. Я расскажу о своем проекте Nature of God с презентацией моего 1PRESS-а. Альбома «Дисгармония» на Макс Рекордс 1999 года. Так выглядит матрица кассета. А это кассеты. Копии, оставшиеся на продажу. Цена одной копии 150 гривен. Совершенной 150-й серии. Сегодня я скажу свой пейки Angel of God с альбомом Дисгармония, созданном в 93-м году, записанном в 99-м году, потому что раньше я не мог записать качественно такой материал. В студии у меня появилась тоска. Вот оно и всем, только в 99-м году. Вот. Так выглядит матрица. Это матрица. Помнишь фильм «Матрица»? 99-го года. Вот. Это типа оно. Вот. Но альбом записан именно так, как я его придумал в 93-м году. Эта песня называется «Сатана здесь правит». Длится на 15 минут 55 секунд. Вот. Полностью альбом занимает где-то, как короче, на кассете 90 минут там записано. Весь альбом записан. Продолжительность альбома где-то, я не помню точно, посмотрю. Где-то около 80 минут. Тут 6 треков. Steam Avantgarde Black. Без мэта. Эта кассета не продается. Это моя личная матрица. Я ее сейчас поставил специально. Это для прослушивания. Это ты видел в прошлом выпуске. Thrash Records. Студийный проект. Это One Man Project. Я же как это One Man Project. Чтоб все знали. One Man Project с 1990 по 2000 включительно. Вот кассеты, которые остались у меня, Макс Рекордс, на продажу. Кассеты все я прослушивал, все слушаются, ну, чуть-чуть, ну, можно сказать, интернамо. ТДК. Вот, посмотрим, какая-то копия. 13-я копия, от руки написанная. То есть, я не такой крутой, как мажоры всякие. Вот, поэтому я делал односторонние варианты. Ну, сейчас возможно уже делать, конечно, и двусторонние, и я могу двусторонние делать кассеты, но это, наверное, пока не буду. Вот. Копия номер 12. То есть, получается, в природе всего таких кассет я продал в хардовую штук 10. Копия номер 11. Всего тираж 15 штук. Так, 10 штук, точно. Ну, одну из них я отправил Дерошниченко с рыбой фантасмагория. Вот копия 15, последняя, можно сказать. Вот она. Все написано от руки. Карандашом.
те годы, да. Можно провести, конечно, эту, как ее называют, как ее, вылетело из головы, ептите. Анализ, еще как он там. И выяснить, что это действительно в те годы было сделано. Так, и мы подходим к последнему. Рассмотреть. Вот кассета, вот бас. 90-минутная. Все нормально тут. Не размагниченная, все слушается. Копия номер 14. Это я делал экспериментально. Она будет более плотной фотобумаги. Глянцевые обложки. В отличие от матрицы. Матрица сделана на нейлоновой бумаге. А это я делал на продажу там. Да. Плотная бумага. Эти не такие плотные. Так, и так получается на продажу есть копия номер 11, 12, 13, 14 и 15. Раз, два, три, четыре, пять штук по 150 гривен. Отправлю в любую точку мира за счет покупателя. Кстати, недавно зарегистрировался на Дискоксе и пытался разместить там Angel of God 1001 смерть. Но, к сожалению, пока что он висит у меня в черновиках, потому что лейбл Maksim, это же самиздат. И не регистрировал, налоги за него не плачу. Ариана, скорее всего, платит налоги, и, например, вот, например, вот, да, Ариана, слышали, что такое лейбл, да, потому что его почему-то разрешают, а Maksim что-то никто не подтверждает, блин, ептить. А, да, кстати, кто может подтвердить то, что я существовал в 90-е годы и записывал музыку? Ну вот, я же говорил, в прошлом выпуске кто может, посмотри. И могу сказать еще, кто, да, которая группа такая была. Кстати, вот, там и стоит камера, а вот тут вот спал прямо. Вот тут вот у меня по-другому было расположено, и в 2000 году, по-моему, Татура приезжала выступать на Music People Connection, да. Вот. И они гостили у меня здесь, вот в этой комнате, пили водку, мы помню, курили. Ну, не важно, тоже другое, да. Я не буду пропагандировать эти поганые привычки, я против. Вредная привычка, вот. Короче, они все тут спали, и я тут спал на кровати, на раскладушке, если с Карениным, помню, спал, и так. Саша Каренин, ну, барабанщик, короче, вот кто может подтвердить, что я существовал в 90-е годы. Вот. Обращаюсь к тебе, кстати, пользуюсь случаем, обращаюсь к тебе, Каренин, подтверди на метал-архивах, что ты в курсе того, что я был, существовал со своими проектами в 90-х годах. Вот. Я писал, помню, в разные инстанции, в плане, ну, рокерских инстанций, меня приглашали к себе города, не помню, какие города, мне эти письма, к сожалению, не сохранились. Вот. Приглашали на радио выступить, байкерам понравилась музыка, наркоманам, кстати, тоже, людям. Ну, это так, в народе говорят, компания, а быту это люди с другой ориентацией мысленной, мыслеформы. А вы же в основном те, кто, ну, правда, меня в основном смотрят нормальные люди, вот, которые посвящают свою жизнь искусству, вот, искусство без сценария, вот. Жизнь по сценарию это уже не искусство, а тьфу. Поэтому все, кто в матрице живут, вы винтики и шпунтики. Вы работаете на систему. У вас машины, тачки, квартиры, хуеры, блять, ебаный рот, нахуй. Это же не так. Все вы потребители, вы ничего не производите. А я с
создатель, креатор. Вот. Поэтому мы отличаемся друг от друга. Так что потребляйте, слушайте, кушайте запретный плод, как говорится. Вот. Чей еще хотел сказать? Кто еще может быть вроде вот Комбандатор, Российскоедин, Дмитрий Куфлей, кстати, тоже, да, может подтвердить. Ну, помню, что он с Акилой Перуна, помню, да, он где-то еще, не помню. А сейчас у него, где он сейчас, Шахтер. Кто там еще может подтвердить? Metal Demise, ну там смог там, Metal Demise там, кто там? Иофик, а он меня знает, Иофик, там нахер, он меня не знает, я как-то ему написал, привет там, чувак, а мне там, какого хера ты мне присылаешь эти сообщения? Да пошел ты нахер, мажор, ебаный, блядь. Фу, нахер, блядь. Ты мажор, да? Вот. Так я и говорю, блядь. Нахуй ты мажор, блядь. Так. Кто? Группа Блас может подтвердить, да. Вот все могут там, да. Помню, когда-то мы с ней общались, как-то даже в 2000-х годах встречали меня. О, говорили, о, Макс, привет. Я такой, блин, да кто? Ой, ты что не помнишь, группа Блаз, гитарист там, ля-ля-ля. А, ой, блядь, забыл, извини, чувак. Видишь, меняется, годы проходят, и, вот, внешность изменчива. Уже стихами говорю, понимаешь. Вот, щедрогляда, а, кстати, вот, в следующем выпуске я скажу о своем... Также первопрессе, вот я сейчас рассказываю о первопрессе. Макс Рекордс — это первопресс 99 года. Тут тоже вот 99 год. Ну, на канале у меня есть плейлист, посвященный каждому моему проекту. И по мере свободного времени я туда убиваю альбомы. Мне на канале много чего есть там, ну, надо же это все убить, так сказать, в плейлисты, а это время надо, у меня нет команды поддержки, которая меня поддерживает, и я сам все делаю. Вот, я менеджер проекта, сам создатель, идея, сам специалист, сам менеджер, сам продавец в основном, да. У вас еще в выпуске я расскажу о пиропрессе, это Макс Рекордс на формате CD. Вот. Вышел этот альбом в формате CD на формате CD на Jewel Case и на Slim. Slim CD. Вот. В двух видах. Ну, а, кстати, в следующем выпуске я скажу, кто может еще подтвердить мое из очень известных людей. Вот. Кстати, он был у меня тоже в гостях тут, но вот, тусили в 2001 году, да. Вот, ходили на кавер 2001 года, где выступал Хэйт Форест. Ну, да, это был Змеевский, Константин на басу, был Роман Новак. Саенко играл на ритм-гитаре и на вокале, пел. А на второй гитаре играл чувак, не помню, как его зовут, из группы СТФС. Вот. Тут все высокие, такие здоровые дяди, особенно Роман Новак. Спас гитарой, там как детская игрушка в руках была. Живое вступление, помню, они там исполнили кавер на Бултровер 91 года. Эпитаф, по-моему, песня была. Это, получается, наверное, последнее выступление было Хэйт Форест до 2019 года. Ну и все. До встречи в следующей... До встречи в следующей серии! Слушай песню. Использовал энтер машину. Эта песня все еще играет, да, 15 минут, да, она длится.
Эту песню я потом переиграл в альбоме. А не в бой. Вот. Получился грайн death metal, да. А это первоначальный вариант песни был такой, да. Следующую песню то слышишь в следующем выпуске. Слышу я топот копыт. Это Люцифер идет к тебе. Вот такая песня, да, такой атмосферный авангард Black Death Metal а-ля 93-го года. Но записан он был в 99-м году. Но я сохранил специально первоначальную стилистику. И звук тоже. У меня все записано было. В тетрадке у меня есть все там эти самые, как это называют. Все треки записанные и в табах. С текстами все, да. Как-нибудь покажу, может быть.